Напомню, что это первый Владимирский велофестиваль «Круги». И сегодня мы здесь наблюдаем за всеми возновидностями велоспорта. И, конечно, сейчас... Идут прожектора, которые потащат на 4 полосы. Маленькие прожектора в основном используются по городу. Вот. Так же, как камеры, видеорегистраторы. Вот. Обычно сзади проезжаю по 150 километров. Приходилось пользоваться всеми вот этими наворотами? Всеми приходилось, да. Камеры снимают, работают? Камеры, да. А потом куда-то выкладываете? ВКонтакте. Да. У вас свой канал есть на YouTube? Нет, чисто любительский. Да. А когда пригождались вот эти все прибамбасы? Когда в основном вечером по трассе. Вот. То есть даже дальнобойщики останавливались. Велосипед — это увлечение уже 5 лет, как катаюсь в городе и ездим в горы. Вот, специальные велосипеды, укрепленные алюминиевые карбоновые рамы. Вот, подвеска, которая выдержит любые испытания в горах, на гонках. Где были? А, Крым, Краснодар, Геленджик. Вот, везде, где есть горы, вот, Магнитогорск, вот, подобные локации. Здесь сейчас День города проходит у нас, и впервые велофестиваль проходит. До этого никогда таких мероприятий не происходило в Владимире. Сегодня была и велопарад был, и гонка была. Сейчас будет гонка, сейчас будут прыжки на трамплине в подушку. Трюки будут ребята исполнять. Вот, кантри дуал, вот, когда два спортсмена едут одновременно и на выбывание вот, соревнуются. Вот, и ждем начала сейчас, когда удастся выступить. Поехали. Теперь можно спокойно кататься. Практически ежедневно катаемся по городу. Вот. В любое свободное время. Ну а как? Кто-то помогает тебе, наверное? Ну, конечно, потому что нагрузка такая, как, то есть серьезная, поднатованный тандем, чтобы все было равноправно. Дорогие друзья, очень торжественный момент. Диплом за первое место в категории критериум от 19 лет и старше достается под ваши громкие овации Волкову Александру! Давайте поприветствуем Александра на нашей сцене! Волков Александр, а вот и он... Дорогие друзья, ваши аплодисменты еще раз участникам и, конечно же, красивую фотографию на память.